Смотри, вот я просто реалист. Сейчас у нас 20, через полчаса мы начинаем играть. Я бы хотел, если нужно, вот эти рифы пройти, которые из тех, как раз это проще. Это проще? Да. Вот все, у тебя идет вот это, ля-ля-ля. Все. Это я играю, а это от ля. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ля уменьшенный. Все время ля ми. Здесь только единственное место. Плям-плям-плям. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Та-да-та-та-та. Плям-пам-пам. Па-па-па-па. Вот это вот. Нет, а это когда ты услышишь, что я играю. Та-да-т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 а
диафрагм. Это, вот, это ля важно. Это ля, ля-ми-ля. Ля-ми-ля, да, да. Сейчас попробуем. Все, больше ничего нет. Вячеслав Гайворонский и Владимир Чекасин. Такой двойной концерт. И к ним присоединяемся мы, Андрей Кондаков, Григорий Воскобойник, контрабас, и барабанщик Гарри Богдасарян. Thank you.
Thank you.
Thank you.
И, конечно, Слава Геворонский и Владимир Чекасин. И Андрюша. И Андрей Кондаков. Спасибо, у нас небольшой перерыв. Спасибо. Надеюсь, дождик не начнется. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Гарри Багдасарян играл на барабанах. На контрабасе играл Григорий Воскобойник. На саксофонах, на саксофоне играл Владимир Чекасин. И на трубе играл наш потрясающий, уникальный музыкант, наш юбиляр, самый лучший музыкант Вячеслав Гайворонский. Спасибо. С днем рождения, Слава! Спасибо, мои дорогие, спасибо. Я очень тронут.